Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Долгожданные и опасные. Связано с употреблением спиртных напитков. Все это, значит, конечно, влечет к росту пожаров и гибели на пожарах. Что делать, чтобы новогодние праздники прошли без происшествий, узнал Дмитрий Оренин. Агрошаги в будущее. Чтобы человек ощущал себя так же, как и в городе, имел те же самые наборы услуг, касающиеся культуры и здравоохранения. Как ценные кадры на селе сохраняют в Татарстане? Подробности у Натальи Мезиной. Что удалось реализовать по национальному проекту «Экология»? Это не только заслуга Министерства экологии, это заслуга всех нас. Главные задачи Министерства экологии на следующий год. Об этом Алия Хайрудинова. За бескорыстный вклад награда самой высшей пробы. Мы все-таки сделали большую работу, потому что многие просто даже не знали, куда обращаться. Журналист нашего телеканала получил грамоту от Владимира Путина. Подробности в репортаже Юлии Гоголевой. Спасатели завершили проверку домов престарелых в Татарстане. Ее начали после ЧП в Башкирии, когда в частном доме-интернате для престарелых случился пожар. Огонь унес жизни 11 человек. Проверки прошли по всей стране. Сейчас в нашей республике 39 таких социальных учреждений. Инспекторы побывали во всех. В 25 из них нашли нарушения пожарной безопасности. Это дома для престарелых в Лаишевском, Нижнекамском районах и в Казани. Данные сегодня озвучил начальник Татарстанского управления МЧС Рафис Хабибулин. По его словам, вся информация о нарушениях направлена в прокуратуру республики. Основные нарушители, это, конечно, частных. 7 на сегодняшний день проверено. Вот 7 проверенных учреждений выявлено 107 нарушений. А с государственных уже 19 проверено, значит, 3 раза больше, скажем так, почти. Выявлено около 80 нарушений. Будут жесткие санкции, значит, вплоть до, значит, приостановления деятельности этих учреждений. Для спасателей наступает период, когда приходится больше всего происшествий. Это новогодние каникулы. Именно в это время чаще всего происходят пожары. Люди получают бытовые травмы или поступают с отравлениями в больнице. Глава МЧС Татарстана Рафис Хабибулин сегодня признался, они за сокращение новогодних каникул. Министр рассказал, как будет обеспечиваться безопасность в этот период. Так на елку приходят не Дед Мороз со Снегурочкой, а спасатели. Сотрудники МЧС проверяют, все ли в порядке с пожарной безопасностью в театре имени Кореева. С первого года все. Ломбы все есть. В праздничные дни МЧС переходит на усиленный режим несения службы. Будут дежурить более 2000 спасателей свыше 1000 единиц техники. На каждом объекте, где планируется участие более 50 человек, будет организован дежурство наших сотрудников. Также хорошие подспорье – пожарные извещатели. Таких в домах татарстанцев по госпрограмме установлено более 200 тысяч. На это президент Татарстана выделил более 40 миллионов рублей. Статистика, к сожалению, значит, вот новогодние наблюдаем резкий скачок пожаров. Люди, значит, отдыхают, бани топят, ну и связано с употреблением спиртных напитков. Все это, значит, конечно, влечет к росту пожаров и гибели людей на пожарах. В этом году в республике произошло более 5000 пожаров, в которых погибли 160 человек. На время новогодних праздников с 25 декабря по 10 января введен особый противопожарный режим. Штрафы увеличены в 2 раза. Так, за запуск пиротехники в неположенном месте гражданам грозит до 4000 рублей, а юрлицам до 400 тысяч. Создано 127 профилактических групп по выявлению причин фактов несанкционированного применения пиротехнических изделий. Данными группами пресечено 223 случая применения пиротехнических изделий. То есть проведена профилактическая работа. Запускать пиротехнику рекомендуют только на специально оборудованных площадках. Их в Татарстане подготовили более 1000. Адреса можно узнать на сайте МЧС Республики. Дмитрий Оренин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Предельно аккуратными нужно быть и с газовыми приборами. Вот сегодня в Бугульме 2 детей отравились угарным газом. 2 мальчиков 3 и 12 лет госпитализировали в местную БСМП. Причины утечки газа сейчас выясняются. Напомним, это не первый случай отравления угарным газом за этот месяц. Неделю назад в Казани угарным газом отравились сразу 3 семьи за 2 суток. Тогда же пострадали дети.
Сегодня метеорологи рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь. Так, 30 и 31 декабря ожидаются небольшие осадки. 1 января снега не будет. 2 и 3 января вновь ожидаются осадки. Сейчас Казань находится между сибирским антициклоном и атлантическим циклоном. В результате у нас среднеклиматическая картина. Небо затянуто облаками, температура в пределах нормы около 6-7 градусов мороза. В Татарстане за минувшие сутки выявлено 100 новых случаев ковида. Из них 2 завозные, а остальные контактные. 18 человек госпитализированы. В России небольшое снижение заболевших за сутки. 27 тысяч 2 человека. Большинство по-прежнему в Москве. 5 641 случай. Практически не изменилось число заболевших в Санкт-Петербурге. 3 757 заболевших. И в Нижегородской области 497. Стабильная картина и у соседей. В Ульяновской области 284 заразившихся за сутки. В Самарской 307, в Чувашии 112, в Мариэл 50, в Башкортостане 166. К другим новостям. Более 2000 татарстанских семей в районах смогли улучшить свои жилищные условия. Все это благодаря федеральной программе комплексное развитие сельских территорий. Сегодня в Алексеевском районе ключи от нового дома вручили заслуженному механизатору Анасу Мухамедзянову. А полсотни жителей села Березовая Грива спустя 10 лет ожидания открытия стационарного магазина дождались. Как работают федеральные и республиканские программы на селе, увидела Наталья Мезина. Новый год уже наступил в Алексеевском районе. Сегодня здесь ключи от нового дома из рук главы района получает Анас Мухамедзянов. Более 40 лет он проработал механизатором в колхозе. Все на благо села Средние Тиганы. За достойный труд кирпичный дом площадью 72 квадратных метра. Другое дело, конечно, все блестит, все нормально. По-городски как-то... Холодная вода течет, это горячая вода, и ванна есть. Все как в городе. Жена Гулька и Мухамедзянова показывает гостям все удобства. Горячая вода, душ, отопление и санузел. Такой дом со всеми условиями семья получила по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Я заказчик, получается. Хозяйство-заказчик. Мы получим 19%. Этого получается 580 тысяч рублей. Остальное – это федеральный бюджет. За столом с министром Маратом Зябаровым говорят об условиях федеральной программы. Пока Анас Мухамедзянов платит только за коммунальные услуги. Все это время дом он арендует у хозяйства. Если через 5 лет выплатят 10% от стоимости, то могут стать собственниками. Уже через 10 лет проценты снизятся до 1. Новая 5-летняя программа стартовала в России в этом году. На ее реализацию Татарстан получил почти 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Более 300 жилых домов мы в этом году заселились в эти дома наши сельские жители. На самом деле очень хорошая программа. Программа подразумевает не только жилищное строительство. В рамках нее на решение актуальных вопросов деревень подходят комплексно. Как живет село? Какие вопросы волнуют жителей? Сегодня министр Марат Зябаров посетил и фельдшерско-акушерский пункт в селе Лебедино. У меня пункт был просто пристрой. Лидия Шкода вспоминает, как в 60-е годы в деревне был самый первый ФАП. Там она проработала 19 лет. Сегодня 400 сельчан не нарадуются новому ФАПу. Его построили в рамках нацпроекта здравоохранения. Измерить давление, температуру и оказать всю необходимую медицинскую помощь. Теперь жители села Лебедино могут сделать это здесь, в новом фельдшерско-акушерском пункте. Все оборудовано по самым современным технологиям, и даже здесь есть своя система видеонаблюдения. К сожалению, отток жителей идут. Есть объективные причины, есть и субъективные причины. Но это наша основная задача, конечно, стоящая перед главным районом, руководителем территории. Это работа по демографии. Для этого как раз что надо, прежде всего, чтобы человек ощущал себя так же, как и в городе, имел те же самые наборы услуг. Для их удобства Татарстан реализует еще одну программу – сельский магазин. Где есть магазин, есть и жизнь. А это уже село Березовая Грива. Здесь проживает всего 50 человек. И более 10 лет у жителей села была проблема. Купить элементарные продукты питания они могли только вот в такой автолавке. Она приезжала буквально 2-3 раза в неделю. Теперь же для них открыт ежедневный магазин комплексного обслуживания населения.
Вице-премьер интересуется ассортиментом и ценами на продукты питания. Раньше у нас была автолавка. Мы по зимам мерзли, по три часа стояли, ждали. Очень рады, потому что летом мы всегда стояли, ждали долго на жаре, зимой на холоде. Это про вас нам столько рассказывали, да? За три года в республике открыли 76 сельских магазинов, а уже в 2021 году такие пункты появятся в 15 районах Татарстана. Сегодня министр пообщался и с местными жителями. Марат Зябаров отметил, что надо больше пользоваться возможностями федеральных и республиканских программ. Пока самые активные районы – Кукмарский, Сабинский, Балтасинский. Здесь заявки на госпрограмму в 2021 году подали уже сотни жителей. Наталья Мезина, Адель Миндубаев, ТНВ, Алексеевский район. Главное, что выстояли. Сегодня с участием Фарида Мухаметшина подвели итоги года в Торгово-промышленной палате республики. Как отметили, Татарстан, хотя и завершает год с финансовыми потерями, но удалось сохранить жизнеспособность предприятий. Валовый региональный продукт в 2020-м составил 2,5 триллиона рублей. Наряду с федеральными были разработаны республиканские меры господдержки бизнеса. Это субсидии и льготные кредиты. Численность занятых в предпринимательстве в Татарстане по сравнению с прошлым годом практически не сократилась. Я думаю, этот год для нас характерен тем, что трудности, неожиданно свалившиеся на голову в связи с коронавирусом и пандемией чего-то, он объединил нас всех. Правительство в тесной связи находится с вами. Ну и парламент, которому десятки обращений аккумулированы ваши проблемы. Как бы то ни было, республика выстояла. И это самое главное. А дальше будет видно, как положится этот год. Раньше загадывать пока нельзя, потому что год на год не приходится. Антикоррупционные итоги 2020. Почему аресты громкие, а приговоры мягкие? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Рекультивация иловых полей в Атарах и Самосыровской свалке Казани. На следующий год столицу ждут 2 масштабных экологических проекта. Если набережную ниже речного порта очистят от сточных вод, то Самосыровскую свалку от твердых бытовых отходов. Причем используя систему активной дегазации, то есть полностью обезвреживая отходы. Сегодня в Министерстве экологии республики подвели итоги года и наметили планы на следующие. Подробности у Алии Хайрудиновой. Кирпичный дом заходит даже. Это кадры 3-летней давности. С неприятным запахом жители казанских поселков Атары и Победилова соседствуют уже полвека. На полигон отходы от очистных сооружений водоканал складирует с 74-го. Обещают, полной грудью жители вздохнут уже на следующий год. Сегодня проект по рекультивации проходит госэкоэкспертизу. Мы говорим о том, что это будет в перспективе, это рекреационная зона. Это место, где могут любоваться жители города Казани просторами Волги. Вот ложимся спать в 10, в 11 и до 3 утра. Вот этот едкий запах, знаете, газа. Держать закрытыми окна не придется и жителям Советского района Казани. На следующий год начнут рекультивацию Самосыровской свалки. Здесь будет использована система активной дегазации, то есть обезвреживание твердых бытовых и коммунальных отходов. Первые вон коттеджевские дома там вообще задыхались. У нас даже здесь ощущалось капитально, а там вообще в коттеджах вообще страж был. В масках, да, еще не выходили, детей не выпускали. А вот рекультивация свалки резинотехнических изделий в селе Прости Нижнекамского района уже началась. Работы идут по проекту «Чистая страна». Положительный эффект от реализации федерального проекта почувствовали и жители села Шамардан Сабинского района. Здесь восстановлены загрязненные нефтепродуктами земли. Честные в Татарстане их 181, однако 82% не соответствуют установленным нормативам. Ежегодный ущерб рекам и озерам более 650 миллионов рублей. Без малого половина всех стоков сбрасывается с очистных водоканала. Его реконструкция уже включена в федеральную программу оздоровления Волги. Работы начнутся в следующем году. Мы хотим более серьезно акцентировать свое внимание на циркулярную экономику. Две основные проблемы – это рекультивация иловых полей, это рекультивация Самосыровской. Ну, мы максимально можем улучшить качество жизни людей. Мы активно сейчас прорабатываем вопрос по цифровой трансформации Министерства экологии. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее.
За бескорыстный вклад награда самой высшей пробы. Мы все-таки сделали большую работу, потому что многие просто даже не знали, куда обращаться. Журналист нашего телеканала получил грамоту от Владимира Путина. Подробности в репортаже Юлии Гоголевой. Любимые артисты, яркие наряды и оригинальный сценарий. Я уверен, что понравится нашим зрителям. Нам посчастливилось уже месяц назад увидеть такой. Чем будет удивлять новогодний огонек на ТНВ, расскажет Рамиль Галиуллин. Сегодня премьер Алексей Песошин провел заседание совета директоров ТАЦ-Спиртпрома. Во время встречи были озвучены результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев. Подвели предварительные итоги 2020 года и представили на утверждение бюджет компании на следующий. Также на заседании обсудили планы капитального строительства, производственную программу и вопросы обеспечения линий основным сырьем. И сегодня председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин исполнил новогоднюю мечту Тамерлана Магнитского. 9-летнему мальчику подарили ноутбук. Теперь Тамерлан может сам готовиться к урокам и учиться онлайн. О заветной мечте ребенка Фарид Мухаммедшин узнал, сняв открытку с елки желаний в день проведения заседания парламента. Спикер лично поздравил ребенка. Новый год стучится в двери, на пороге Дед Мороз. Я глазам своим не верю, он подарок мне принес. Большое, огромное спасибо Единой России. Мы очень довольны, ребенок очень счастлив. Елка желаний, этот проект, который инициировал Единая Россия, мы все, начиная от президента Республики Татарстан, кончая руководством республики, депутатами, срезали каждый, значит, с елочки просьбу. Кому что подарить. Все эти просьбы выполнены. Сегодня в Казани вице-спикер Госсовета Татьяна Ларионова наградила победителей 7-го республиканского конкурса среди женщин с инвалидностью «Жемчужина Татарстана». В этом году в связи с пандемией конкурс прошел в онлайн-формате. В видеопрезентациях конкурсантки представили свои творческие номера, спортивные успехи, поделились, как можно раскрыть свой талант и проявить активную жизненную позицию. Наставницами и помощницами участниц конкурса выступили женщины-депутаты Госсовета из объединения «Мерхамед Милосердия». Лауреатами конкурса стали 11 девушек из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Лениногорска. Титул «Жемчужина Татарстана 2020» получила Валентина Гончарова из Казани. Появилось желание, а почему бы не организовать постоянно действующий конкурс среди этих девушек, которые, несмотря на очень сложные, тяжелые недуги, все-таки не сдаются, которые хотят, могут, у которых многое получается. Я вам точно могу сказать, что каждая из наших девчонок, кто сегодня здесь присутствует, может вам сказать, что инвалидность или коляска – это не приговор. С коляской можно встать и пойти в новую счастливую жизнь. Все участницы очень достойные, светлые, красивые девчонки. И в целом сейчас я ухожу наполненная, очень эмоционально заряженная. Защитные костюмы и новогодние сладкие подарки. Такие приятные сюрпризы от одного из крупнейших предприятий республики Нижнекамск-Нефтехима получили ученики подшефных школ, маленькие пациенты инфекционного госпиталя и медперсонал Нижнекамской детской больницы. И в Новый год, и сейчас работа в детском инфекционном госпитале Нижнекамска не останавливается ни на минуту. Среди пациентов и дети с ковид. Новогодние подарки для них, чтобы ребята не переставали верить в чудо. Дети, которые здесь лежат, лечатся, тоже почувствовали Новый год, почувствовали радость от получения подарков. Подарком под Новый год радуются не только дети. В этих коробках 600 защитных костюмов для медиков Нижнекамской детской больницы с перинатальным центром. Для врачей они дороже золота. За одну смену только в инфекционном отделении используется 20 комплектов. Помощь, которую продолжают оказывать промышленные предприятия нашего города, в том числе Нижнекамск, Нефтехим, это просто, на самом деле, хороший пример того, что мы вместе можем очень много сделать. Хотелось бы выразить слова благодарности нашим медицинским работникам, которые работают в условиях распространения COVID-19. Поздравить их с наступающим Новым годом, пожелать всего самого доброго, успехов, ну и, конечно же, чтобы меньше было пациентов, чтобы они сами никогда не болели. Подарки и похвальные листы от Нижнекамск-Нефтехима получили в эти дни лучшие ученики 15 школ, над которыми шефствует подразделение предприятия. ПАО «Нижнекамск-Нефтехима» и профсоюзный комитет впервые в этом году вышел с предложением
в наших подшефных школах поздравить с Новым годом детей, которые отличились в учебе, в участии в олимпиадах и в различных конкурсах. Мы очень благодарны Нижнекамск Нефтехиму. Без них невозможно существовать в школе. Они везде нам помогают, во всех праздниках. Мы совместно проводим Дни пожилых людей. 1 сентября, конечно. Подшефным школам и медучреждениям предприятия помогают круглый год. Завтра нефтехимики поедут с поздравлениями в Центр социальной помощи семье и детям «Веста». Радик Фархулин, Юлия Гоголева, Влад Семагин, ТНВ Нижнекамск. Медаль от Владимира Путина за бескорыстный вклад. Журналист нашего телеканала Ильзира Юзаева получила награду самой высшей пробы. Ее репортаж о работе волонтеров в самый сложный период изоляции из-за карантина признали лучшим материалом по освещению общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Сюжет, над которым работала целая команда профессионалов, в том числе оператора и монтажера, вышел в программе «7 дней». Как работали над материалом, подробности у Юлии Гоголевой. Вот тот самый сюжет. Прям помню все, как сейчас. Она до сих пор поименно помнит каждого из волонтеров. Репортаж о героях акции «Мы вместе» Эльзира Юзаева снимала в марте, когда карантинные меры были самые жесткие. Журналисты в тот период выполняли свой профессиональный долг. Вместе с волонтерами ездили и в самые дальние уголки республики, снимали и в крупных городах. И продуктовые наборы людям раздавали, да, и лекарствами обеспечение тоже им было поручено. Поэтому вот, а мы уже, в свою очередь, мы снимали каждый их шаг. Акция «Мы вместе», организованная Народным фронтом, одновременно проходила по всей стране. И сотни журналистов вносили в это благое дело свой бескорыстный вклад. Авторы программы «7 дней» сделали больше 10 аналитических сюжетов о волонтерах и о самой акции. Но лучшим на федеральном уровне признали материал Эльзиры Юзаевой. Я думаю, что мы все-таки сделали большую работу, потому что многие просто даже не знали, куда обращаться, по каким номерам телефонов звонить. Это все было как раз обозначено и показано в наших программах, не только в моих сюжетах, но и в сюжетах моих коллег из творческого объединения «7 дней». Именную медаль и грамоту за подписью Владимира Путина Эльзире вручали в Казани в офисе ОНФ. Таким образом, к концу года в копилке нашего телеканала самые весомые награды. Медаль от Путина, статуэтка «Тэфи Капитал» и десятки побед в республиканских журналистских конкурсах. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. До старта 2 дня. Уже послезавтра, в новогоднюю ночь, зрители нашего телеканала смогут увидеть традиционный новогодний огонек. Их ждет грандиозное шоу с участием звезд татарской эстрады. Салават Фатхутдинов, Решат Тухватуллин, Джавид Шакиров и многие другие. Напомним, съемки «Огонька» начались еще в ноябре. В этом году они прошли в непростых антиковидных условиях. О новогоднем подарке ТНВ миллионам зрителей Рамиль Галиуллин. Сейчас как раз доделаем последние штрихи. Накладывают титры и украшают каждый кадр. Это последние минуты монтажа. Все, что зрители увидят в новогоднюю ночь, уже почти готово. Чтобы выдать в эфир качественный и современный продукт, программу отсняли еще в ноябре. Киловатты света и звука, а также хиты, полюбившиеся миллионам. Огонек за месяц до Нового года уже традиция. Каждый год мы стараемся сделать так, чтобы было яркое, запоминающееся шоу. Вот и в 2020-м мы решили не изменять этому правилу. Мы нашей большой командой попытались подобрать актуальные образы для «Огонька». В зале лица канала, на сцене именитые артисты и юмористы. Зрители ждут не только хиты, но и искрометное шоу. В центре внимания, конечно, Дед Мороз. По сценарию главный символ Нового года попадает в чрезвычайную ситуацию и прибегает к помощи двойника. Конца раскрывать сценарий не будем. Все увидите сами. Главное, все будет хорошо и все мечты сбудутся. Я уверен, что понравится нашим зрителям. Нам посчастливилось уже месяц назад увидеть такой большой праздник. Я думаю, зрители тоже ждут. И артисты, и все готовились. Очень такой грамотный, интересный сценарий. В программу «Манзара» приходили очень много артистов, звезд, поэтому они так вкусно рассказывали об этом концерте. Кого на свою роль выбрал Дед Мороз? Какой хит спел Салават? И при чем здесь Шарапов? Главное новогоднее шоу на нашем телеканале ровно за 2 часа до боя курантов. Не пропустите. Рамиль Галиуллин, Рани Абдрахманова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
Новогодний подарок от семьи Рубиновых. Футболисты Казани подготовили эксклюзивный клип с участием игроков команды. А главный тренер Леонид Слуцкий перепел новогоднюю песню Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You». «Все, что мне нужно для Рождества, это ты». В итоговом видео полно отсылок на игроков и события. В финале клипа чемпионский кубок РПЛ. Тренер исполняет свою песню как раз о том, что его новогоднее желание завоевать с Рубином главный трофей. I don't want a lot for Christmas. Wait, just one thing I need. And I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking where upon the fireplace. Еще больше новостей в наших аккаунтах ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас о погоде и до встречи. Здравствуйте! В студии София Егорова. О погоде после полезной информации. Время новогодних подарков от Данил Мастер. Только до 31 декабря при заказе кухни обеденный стол в подарок. Данил Мастер. Телефон в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Угульме, Баблаха и Ознакаево будет облачно, ожидается небольшой снег. Морозы пойдут на убыль, минус 13. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге без существенных осадков станет теплее, минус 10-11 градусов днем. В Огрызе, Менделеевске, Актаныше местами возможен снег, днем минус 12-14 градусов. После резкого похолодания в Арске, Кукмаре и Балтаси температура вновь начнет повышаться. Не исключен снег. В Болгаре, Дрожжином и Буинске без существенных осадков. Минус 9-10 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидается пасмурный день до минус 12. Спонсор выпуска ПАО «Акбарсбанк». Живите лучше. Что значит жить лучше? Ценить то, что имеешь, но всегда стремиться к большему. Превращать свои ресурсы в возможности, а возможности в результаты. Чтобы каждый твой новый день был еще лучше предыдущего. Потребительские кредиты с выгодными ставками от Акбарсбанка. Живите лучше. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. Диагностика у флеболога с УЗИ всего 750 рублей. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212-20-40. Избавьтесь от варикоза навсегда. Быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» на Достоевского. В Казани облачность сохраняется. Небольшой снег, ночью около 20 мороза. Днем уже минус 10. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в норме. 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.